Ущерб на сумму более миллиарда тенге нанесло государству нефтяное предприятие в Актюбинской области. Нарушение выявили прокуроры. Как стало известно, ТО «Урихтау Оперейтинг» занималась бурением скважин в Мугалжарском районе и больше года осуществляла бесконтрольные загрязняющие выбросы в атмосферу. Разрешение в свое время не было получено из-за неверно составленной заявки. Объем сверхнормативных эмиссий в окружающую среду подсчитали сотрудники Департамента экологии. Установлен факт осуществления деятельности компании «Урихтау Оперейтинг» без разрешения на эмиссии в окружающую среду, принятыми мерами прокурорского реагирования, бюджет выплачена сумма в размере 1 миллиард 200 миллионов тенге.